И еще одна новость для налогоплательщиков. Получить свидетельство ИНН теперь можно через интернет в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Пользователю интернет-сервиса налогоплательщика достаточно зайти в раздел «Жизненные ситуации» и заполнить заявление о постановке физлица на учет в налоговом органе. После чего в течение 15 минут в разделе «Профиль» появится возможность скачать свидетельство. Документ будет подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. Скачать его можно неограниченное количество раз. Функция получения электронного ИНН бесплатная. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажное свидетельство, заверенное печатью, отметили специалисты налоговой службы.